Да, короче, тут очень интересная менюшка, всякая куня интересная. И, короче, мы сейчас будем играть в одиночные бои. И первый у нас, соответственно, будет Бэтмен. Бэтмен. Чуть-чуть я его костюм поменял. Короче, против... я не знаю. Давайте, Джокера. Давайте на игровой площадке Джокера. Это будет очень классно, это будет очень круто. Блять, даже немножко пристрастился, блять, к новым опциям, блять, к новым настройкам, к новому управлению. И у нас тут все классно. Ну хотя нет, тут кнопочки многие убраны, я не знаю, тут другое немножко управление. И что у нас тут? Давай-ка. Оп. Эк. Ёбаный в рот. Подожди. Сейчас мы попробуем. Вот так. И тут новый движок. Новая хуйня. И тут все круто. Я просираю просто моментально. И тут все вообще зашибись. Все очень быстро, блядь. Я даже не успеваю дать пизды. Я, в общем, дал ему пизды, это первый раунд. И он закончился. Да, Джокер, как всегда, блядь. Вот так вот, смотрите, что сейчас я с ним сделаю? Бэт-крыло, сейчас, короче, ему даст пизды. Но после этого не выживают обычно. Поэтому ему хана. Эк. Ёп, твою мать. Оп. Чё ты говорит, блядь, ты мне не нравишься, ты мне тоже. И он мне дал пизды. Просто мощно. Но я его сделаю. И мы опять, короче. Ты, говорит, мне не нравишься вообще, нахуй. А ты мне теперь нравишься. И он опять дал мне пизды. А, короче. И вот так мы, короче, его одолели. Бэтмен, короче, всех сделал. Теперь у нас все хорошо. Это был первый раунд. Теперь, короче, мы выбираем красный капюшон против, допустим, я не знаю, давайте, Робина. Они давно друг с другом, короче, не дружили. И представим, что они, допустим, встретились где-нибудь в пещере Бэтмена. Братский глаз, что бы это ни значило. Потому что ассоциации очень, так сказать, дурные с этим самым глазом. Короче, я не знаю, кто кому там глаз нахуячивает, но это ладно, это их не проблема. Мы, короче, просто тестируем игру, тестируем разных персонажей. И сейчас мы, короче, протестируем вот такую хуйту. Блять, мне кажется, выйдет две части, блять, этой игры, потому что это очень интересно. Ох ты. Слышь, ты, долбоёб, сними красный капюшон. У меня не капюшон, у меня шлем. Там мне похуй, я самурай. А мы сейчас его ёбнем. И прям его крокодил-крокушка скушает. Это перемещение с локации на локацию, ты не в курсе. Видите, крок такой, на. Дружок-пирожок, ты зашел не на ту территорию. Прочистил, короче, канализацию. Робину. Мне нравится красный капюшон, потому что он как каратель. Он как Бэтмен, только нормальный. Иди ты нахуй, смотри. Сейчас, короче, мы сделаем на нем супер комбо. Ну давай, не тормози, ёпта. Хоба. И все, короче. Мы сделали в нем еще пару дырок. Теперь он наша сучка. Все, короче, мы завалили его. Но это был только первый раунд. Сейчас будет второй раунд. Второй раунд будет более мощнее, чем первый. И я что-то не понял. Я должен был... Да нахуй тебя, так, ух ты, Он меня тоже победил.
видео, которое тоже скоро выйдет. Да. Короче, иди ты нахуй. Ладно. Мы тогда придумаем друг... Чё? Они прям в воздухе наебашили. Слышь, говорит, ну сними тоже капюшон. Да мне не капюшон, блядь, у меня шлем. И самое интересное, что, короче, я ему опять просрал. Я ему снова просрал, и, короче, у меня тут хуйня. Так, тут костюмчики Бэтмена новые. Видимо, это костюмчики те, которые, возможно, выйдут или уже вышли. Их, может, нужно, блядь, заработать. Я не знаю, как в этой системе тут все работает. У меня тут костюмы не открыты ни хрена. Их, походу, надо открывать. Так, короче, сейчас мы его одолеем. Вот, смотрите, сейчас мы, короче, перемещаемся с локации на локацию. Сейчас мы выкидываем его нахуй через Бэт-крыло, через все Бэт-убежище, через все компьютеры, и у него пару серверов полетели. По любасу. Мне кажется, это просто локация, блядь, хуёвая очень. Потому что, смотрите, у меня, блядь, не лагало здесь нихуя, теперь лагает. Хотя нет, я пизжу, у меня лагало только либо с Робином, либо, блядь, с красным колпаком. Ой, блядь, красный капюшон, нахуй, который шлем. Ну, короче, я его одолел, я победил его. Смотрите, как охуенно все. Он поменял магазины, а потом, сука, резко выстрелил. Заебись, чувак. Я кончил. Короче, сейчас будем делать мега-супер-пупер-трэш. Короче, да. Мы попробовали сразиться вот этими персонажами. Теперь сразимся вот этими. Получается, у нас, по сути, все чуваки из Бэтмена. Короче, Дэдшот против... Кого? А против кого можно поставить Дэдшота? Ну, допустим, давайте против зеленой стрелы. Да. И, короче, допустим, они напали на Готэм Сити. Допустим, на Готэм Сити напал Дэдшот, чтобы всех убить, найти Бэтмена. Тут Бэтмена прикрывает зеленая стрела. Его друг. И тоже какой-то богач. И хер его знает. Не помню. И, короче, сейчас они встретятся в Готэме. И там тоже придется делать всякие разные крутые штуки. Так как без них никак. Без них ни игра, ни видео не зайдет. Будет тупо неинтересно. Короче, вот. Сейчас мы будем... Блядь, давай быстрее запускайся. Сейчас мы заебашим. Крутой чумовой поединок. Если, сука, оно запустится. Эй, ты дебил, ты чё стрелы достал? Стрел свой. А мне похуй, я усатик. Ну все, пизда тебе. Я не знаю, просто переводы, мне кажется, не так именно об этом и говорили. Короче... Я нихуя не умею. Чувак, дай мне шанс. Блять, просто дай мне шанс. Охуеть. Он дал мне шанс просто пролететься по всему Готэму, нахуй. Ну все, короче, я пролетел по Готэм Сити, блядь. Который уже, нахуй, даже не из обычной игры, получается, а уже из Arkham Knight. Все, короче, ты попался. Сейчас тебя ножом, пульками и всякой другой херней. И, короче, тебя будет полная хана. Нет, подожди. Я не знаю, как ты... О, тихо, какая... А, все, теперь нормально. Я научился стрелять, блядь. Все, можно меня поздравить. Я тебя одолел, как только я научился стрелять. Не знаю, почему Дэдшот мне нравится больше всех. Из всех злодеев. Ну, кроме Джокера. Джокер-то вообще заебись. Да. Да ты не... Да ты не... Ты не должен был меня выигрывать. Ты должен был про... Ты должен был проигрывать. Тупо. Так, подожди. Вот так. Все. Вот это вообще самое то. Давай. Оп. С ножки. Ножами, ножами. И заебись. Это все, что я умею делать в Injustice.
И он меня отпиздил. Человека с современным оружием, блять, отпиздил человека со стрелой. Слушай, сколько уже стреле, блять, и луку лет? Да хуя уже. Итак, кого мы сегодня испытаем? Мы сегодня, наверное, испытаем двух тёлок. Причем испытаем двух красивых тёлок. Харли Квинн и... эту, блядь, ядовитый плющ. Также мы их испытаем на игровой площадке Джокера. Ух ты, как красиво-то, епта. Розочка расцвела, блядь. Да чё, блядь, зелёнка? Да пошёл ты нахуй. Ну ладно, я и пойду. Я просто не знаю, о чем перевод, поэтому я перевожу так. Короче... одна у нас владеет пушками, блядь, такая же ненормальная, как Джокер. Вторая, короче, просто владеет растениями, прокачанными из-за Титана. А Титан — это такая мощная вещь, которая была еще в первом Бэтмене, в первой игре. Бэтмен Архам Асайлум. И там, получается, всех накачали Титаном и все стали супермощными. В общем, освободили ядовитого плюща, и ядовитый плющ, соответственно, начал ебашить этот Титан. И растения вышли на новый уровень. Угу. Хотя они, по идее, вышли на новый уровень еще в прошлый раз. Еще, блядь, в старых Бэтменах. Подожди. Кстати, ни разу не применял ее способности. Да, заебись, смотрите. Там гиены, блядь. Все. Кстати, поменял костюмы, теперь... они же типа немножко дьяволы все там. Или, блядь, боги. У них глаза либо черные, либо, блядь, у них супер костюмчики, они так типа светятся. Ух ты! Смотрите, она зажувала ее нахуй. Это какая-то, как мухоловка, только, блядь, для человека. Я не заметил, что у меня очень мало хп, я сейчас практически сдох. Вот. У меня есть шанс выжить. Ты, говорит, лесбиянка. На себя посмотри, шлюха. Представляете, я победил. И у меня немножко жизни. А, нет. Нет, блядь, нихуя не вышло. Блядь, я думал, у меня жизни прибавились. Нихуя не прибавились, я сдох. Но я рад. Мне нравится плющ. Она нравится больше мне. Она секас просто, смотрите. Секас сорняк, блядь. Так, короче, давайте попробуем красного фонаря. Атроцитус, блядь. Цитрус, блядь. Анцитрус, блядь. Либо апельсин, блядь. Мандарин, блядь. Либо рыба. Короче, против зеленого фонаря. И они смотрятся мега охуенно. Короче, давайте попробуем Кандак. Дворец черного Адама. Тут такое, типа, такая стилистика Египта. И, короче, ёпта, заебись все. Все очень круто, все очень классно. Ну, предположим, что это к Египту не относится, это просто какая-то другая локация. Где-то там, на другой планете. Я потому что эту всю вселенную Марвел не знаю. То есть DC. DC, блядь, не Марвел, не дай бог. Это DC, блядь. Поэтому я не знаю, где находится Адам, но это похуй. Ой, смотри, я шар. Смотри, я краснуха. А мне похуй. Тут, кстати, не хватает для полной концепции, блядь, цветов. Не хватает еще желтого фонаря. Получился бы охуенный светофорчик. И, короче, смотрите, я играю брутальным мужиком, короче. У которого, видимо, злость, нахуй, просто до невозможного. Прокачано. А зеленый фонарь, видимо, это, короче, я не знаю, хорошие мысли, еще какая-то хуйта. Короче, смотрите, суперсила. Не нравится. Смотри, говорит. Я, блядь, знак зодиака Телец, ёпта. Ебать. А он теперь просто пальт его огнем. Это замечательно. Иди ты нахуй. Сейчас мы, короче, переместимся, блядь, на другую карту. И... перемещение-то будет очень четким.
Блять, подожди. Ах ты, зеленая хуйня. Иди ты. Вач. Блять, я заговорил, как моя одна знакомая. А, подожди. Оба. Вот так. И теперь мы его выкидываем нахуй на другую локацию. Он перемещается где-то в пространственных континуумах. Ему, походу, просто по кайфу все. Я бы тоже хотел так перемещаться, блядь. Подожди. Подожди, я сказал. Ну сейчас ты сам... Ну ладно, давай. Добей меня. Это ёбаный терминатор, блядь. Это когда показываешь своему другу свою коллекцию Лего. А потом нахуй его убиваешь. Ну, короче, красный фонарь сдох. Ну, согласитесь, это было заебись, это было круто. Выбираем Флэша против его давнего врага. Ну, по скорости, по крайней мере. Супермена. Супчикмен. И, короче, выбираем крепость уединения, где находится... А, смотрите, круто. Он его ёбнул, он такой смотрит. А чё за хуйня? Ладно, короче, похуй. Короче, вот суть такая, короче. У них разница в скорости. Но мне кажется, Флэш намного круче, чем Супермен. Сейчас, короче, я его одолею. Да, я им поменял костюмы. Ты нихуя себе бледный. Я просто не загорал. Ты не был этим летом в отпуске? Он просто не был этим летом в отпуске. Этим все и объясняется. Да подожди ты. Оба. Нихуя себе, чё я... А. На. Это все, что я пока умею, подожди. Ты можешь подождать? Нихуя не может. Но этот Флэш намного круче, чем тот, который был. В первом Инжастише. Он намного круче, сма... Да иди ты нахуй. Я только, блядь, хвалю нахуй Инжастиш, меня уже въебывают здесь. Ладно, попробуем перемещение во времени. Смотрите, что он умеет. Мы перемещаемся в Египет, мы перемещаемся к динозаврам, и мы перемещаемся в это же время и ждем всех нахуй. Попили коктейль, блядь. А до этого кушали бутерброд, когда я играл в прошлый раз. Он каждый раз по-разному делается. Оп-оп-оп-оп-оп. Я быстрее, чем ты. Нет, блядь, я быстрее. Мне кажется, они так об этом размышляли, блядь. Так, братан, давай, иди сюда. Да подожди ты, блядь. Он меня отпиздил. Надо было... Он еще и раком стал. Надо было сконцентрироваться, блядь, на ударах. А я хотел переместиться из локации на другую локацию. Но реально, это все равно было круто. Кого же мы сегодня выберем? Выберем, наверное, кого-нибудь. А? Наверное, давайте женщину. Кошачку. И вот эту женщину. Тоже женщина-кошка, но они очень разные кошки. Но они одинаково охуенные. Короче, давайте они встретятся в, блядь, в метрополисе. Вот, женщина-кошка. И женщина-кошка. Ягод-кошка. Нет, блядь, ты киска, нахуй. Зато у меня нет блох. Мне кажется, она так сказала. Давайте дадим ей пизде. Ох ты, какая женщина-кошка. Мощная, сочная. Да, блядь, иди ты, подожди. Да. Сейчас мы, короче, дадим ей пиздячек. Да подожди ты. Надо, короче, сделать какие-то комбо. Крутые блогеры же говорят там. Комбо вот такое, вот это, блядь. А я ж нихера не знаю, я не блогер, блядь. Я просто, блядь, Доги Трэш.
Да подожди, я хочу супер приемы сделать какие-то. Давай. Сейчас сделаем тебе фаталити бру... Чё? Вот так. Вот так мы справляемся со всеми сучками, которые с нами не согласны. Блять. Вот так. Смотри, у нее мотоцикл есть, оказывается. Охренеть, я не знал. Хе-хе-хе. И жопа на заднем фоне, нормально. Нормально. Вернее, на переднем плане. Ладно, короче, мы ее одолели. Эта кошка нам оказалась прям очень по зубам. Еблишко так себе, но приемы заебись. Короче, я каждый раз забываю про то, что у меня здесь охуенный веб-камер, что меня тут все палит, и забываю делать нормальное ебло. Так, короче, играем дальше за вот этого пидора. Ну, допустим, против... Блять, а какой здесь есть другой пидор? Тоже какой-нибудь робо-пидор, давайте, короче. Против вот этого робо-пидора. Это не робо-пидор, это, блять... Какой там, светлячок, мотылек, я не знаю, я не прочитал. Короче, ладно, давайте. Лагерь Красное Солнце. Это типа лагерь, где находится Супермен. Либо это Супермен из СССР, что вряд ли. Либо это Супермен, который вот был в первой части, который стал злодеем, и мы его просто тупо остановили. Ладно, это... микрофон, подожди. Оп. Заебись, смотрите, какой четкий. Прикинь, я как Супермен выгляжу. То есть как Терминатор. Да какая разница, нахуй. А я еще черный. Так что давай, будь толерантнее. Мне кажется, он так сказал. А вот там за ним в фоне Супермен. А ну-ка, лови пиздечку. Ой, ой. Да ну. Смотрите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Кстати, этот костюм мне достался как бы как бонусом. Я же играю за... Видите, в стиле Матрицы, блядь. Да, вспомнил. Его зовут Черная Манта. Тот, против кого я дерусь. Я его отправил в свой собственный мир. Мир черной хуйни. Мне кажется, так черный видит ад. И все, короче, я его запиздил. И он теперь, короче, просто долго будет пребывать в ахуе. Чувак, я только учусь драться, подожди. Ня. Эй, я не умею нихуя. Подожди. Ща, подожди, дайте... О, тихо. Никогда не победить черного. Никогда не победить хуйню с глазами. Я его одолел, смотри. Оба. Нихуя у меня рука выросла. Такой бы рукой фапать и фапать, но да ладно. Оп. Мы его достали. Теперь добив... Блять, подожди, давай. А. Захват. Ну, блядь, все, меня запиздит сейчас. Он меня как тефтельку нахуй. Все. Почему у вас такая мода? Блядь, стрелять нахуй лазером из глаз. Ну, да ладно, это похуй. Оп. Все, короче. Какой-то сервер, блядь, Пентагона мы взломали. Болотная тварина. Hellboy. Против Хеллбоечка. Лечебница Архам. Допустим. Они встретились бы там. И это было бы четко. Болотная тварь. Реально болотная тварь. Нихуя себе ты зеленый. Я весь в зеленке.
Пиздец, братан. Ты какой-то долбоёб. Ну давай, короче. Плотная тварь такая, блядь, нормальная. О, подожди. Я, получается, типа какой-то, блядь, природный человек. Человек из природы. Все. Хеллбой, ты просрал. Вот так. Давай, Хеллбой, показывай свою силу. Мне же нужно для видоса. Да не эту суперсилу. Другую. Давай, супер прием. О. Вот это то, что мы от тебя ждали. Ради этого я тебя пиздил. Как прорисован здесь ад. Мне нравится. Просто нравится, да. Но мы еще раз применим на тебе суперспособности. Ну все. Я когда поссал на березку, и она тебя отомстила. Поссала на тебя. Я какой-то, блядь, ангел, нахуй, из старой игры про фей. Занзара, блядь, которую я, кстати, проходить буду. М-да.